Всех приветствую! Сегодня на обзоре нож фирмы Viper, модель Start от Fabrizio Silvestelli. На клинке представлена сталь N690. Твердость заявляет 58-60 единиц. На рукояти карбон. Оснащен волновой клипсой. Бэкспейсер выполнен из нержавеющей стали. Клипса, кстати, тоже из нержавеющей стали. Тип замка Backlock. В осевом втулке и бронзовые шайбы. Открываем с помощью шпенька право-лево. Длина ножа 236 мм. Длина клинка 105 мм. Толщина обуха 3,8. Вес ножа 181 грамм. Отличный итальянец.